Добрый день, друзья. Сегодня я Дов, и сегодня у нас замена гнезда зарядки на Xperia Arc. Снимаем крышку, батарейку, забираем телефон. Шесть болтов. Снимаем крышку заднюю. Таким образом. Чем-нибудь не острым, чтобы не оставлять следы. Вот наше гнездо зарядки. Соединяем шлейф, антенный кабель, шлейф экрана. Таким образом поддеваем, снимаем плату, камеру соединяем. И вот таким образом снимается плата. Ставим в держак. У нас новое гнездо. На термофене ставим порядка 450 градусов. Разогреваем сверху. Можно снизу. Сверху, я считаю, удобнее на этой модели именно. Можно добавить флюса. Вот такой флюс. Без флюса все это будет дольше и неудобнее. Поэтому всегда при пайке горячим воздухом либо паяльником используем флюс. Таким образом разогреваем. Показываю, чтобы вам было видно. Снимаем. Защищаем пятаки. Снимаем с держака, он нам не понадобится больше. Выравниваем посадочные места немного, чтобы они ровно параллельно друг другу стояли. Ставить можно по-разному, я ставлю вот таким образом. Видно, да, обратной стороной. И паяльником садим на свои места. Покажу поближе, чтобы вам было видно.
сел на место, смотрим, все в порядке, подпаиваем с этой стороны. Делать это совсем не сложно. У кого есть опыт пайки, в 5-6 минут можно уложиться. Пробуем, все сидит на месте. Все. Можно собирать телефон. Флюс можно смыть техническим спиртом во избежание попадания пыли, которая проводит ток, как мы знаем. Поэтому очищаем после работы, собираем телефон и проверяем. Таким образом ставим на место, шлейф кнопки включения. Экран, стекло, антенный кабель, шлейф нижних кнопок, камера, нижняя рамка, верхняя рамка, точнее. Вот таким образом. Ставим батарейку. Пока не закручиваю болты, проверяем. Зарядка пошла, как мы видим.